Я рад вас приветствовать, уважаемые зрители и подписчики. С вами Никита, канал НК. Мы продолжаем проходить Crysis 3. Так, у нас нету стрел никаких. Абсолютно. Мой лук бесполезен. Вот зараза, гадство. Это гадство, парни. Нет боеприпасов. Может быть, у пистолета будет глушитель? Нет, не везет нам сегодня. Не везет. Черт бы побрал. Нельзя. Ладно. Ладно, что делать? Что делать? Не хочется шуметь здесь. Итак, у нас прожектора находится там. Там. Фу-фу-фу, пошли. Включаем маскировку. И потихонечку будем идти. Как-то так продвигаться надо. Я думаю, что... должно получиться. Потому что на втором этаже, я знаю точно, стоят враги. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему у нас вода? Вибрация какая-то по воде прошла, вы видели там. Были волны. Так, нано-виза. Пока что ничего не вижу опасного. Ой, как мне эта музыка смущает. Нановизор включен. Пока что нет опасности. Маскировка отключена. Здесь нужно проходить стелсово. И ни в коем случае не поднимать шум. Потому что их может сбежаться огромное количество. Так, еще здесь могут быть... Чему я включаю нановизор? Я могу вам объяснить. Здесь, может быть, мины. Могут быть. И это вообще будет плачевно. Слушайте, ну пока что слишком тихо. У меня даже это... немножечко пугает. Рядом с твоей локацией железный Отлично. Конь. Это их связные. Наверное, засовывают свои грязные секреты в шрезу. Черт, меня заметили. Пророк, если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. Да тут может быть целый склад секретов Сел. Вот черт, меня заметили. Блин, я отвлекся. Ладно. Чего не сделаешь. Это что такое? Что происходит? Отмена, все проверяю. Там у нас минное поле. Просто так не пройти. Напряженная музыка. Он не мог уйти далеко. Достанем его. О, черт. Проходим, проходим, проходим. С
Здесь довольно очень напряженно и сложно. Вы слышите, какая здесь музыка играет? С ума сойти. Так, нановизор, нановизор. Да черт, а! Где они? Обалдеть! Меня заметила эта чертова пушка. Железного коня. Отлично. Ищи файл в лаборатории. Хорошо. Здесь мы справились, да? Дальше куда? Я тут ничего не вижу. Абсолютно ничего не вижу. Они посылают сопровождение. У тебя будет время на перехват. Не то чтобы это важно, но мне необходимо выяснить, кто меня пытал. Это поможет решить некоторые проблемы личного характера. Проблемы личного характера. Вы о чем, ребят? Нановизор включен. Кажется, есть проход, да, здесь. Нет. Куда нам идти? А как он появился здесь? Как он появился здесь? Вы это видели? Ладно. Спрыгиваю, кажется, нам сюда. Идите и найдите его! Все внимание на эту зарубку! О, черт! Пророк, иду влево! Жесть какая-то. Так, нам куда-то наверх нужно забираться. Ну давай же, детка, прыгай. Не хочет. Что у тебя? Что у тебя за пушка была? Я ничего, никого не вижу здесь, блин. Так, сейчас посмотрим. Что это такое? Что это за оружие какое-то? С оптикой странного происхождения, оно похоже без глушителя. Понять бы, куда. Здесь никого. Здесь никого. Хорошо, нам кажется, наверх надо идти. Не будем их трогать. Оставим их в покое. Там их слишком много. Слишком много и слишком темно. Здесь ничего нет. Отлично, отлично. Да. Разделитесь и обыщите сектор. Мы это сделали, ребята. Мы это сделали. Странная у меня пушка. Она, видимо, по нам стреляют. Цел заблокировали информацию. Видимо, мы никогда не узнаем, кто выдрал меня из нано-костюма. Проверка связи, пророк. Ты слышишь? Связь была нарушена. Электромагнитные импульсы будут устроить связь. Раш самого. Надо бы его найти, но... Майкл занят.
Я понимаю, что надо было ее найти, но будем находить. Что, что поделаешь? Так, у нас здесь какой-то хаос. Мы также по трущобам выбираемся. Реально очень темно, очень темно. Ну вот, конечно, помогает эта вот подсветка временами. Эти вот светительные, как их назвать-то правильно, ракеты. Куда-то мы идем. Пока что все. Ух ты! Это был вертолет. Ух, не нравится мне это. Так, избегайте прожекторов. Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. Ну что ж, у нас встреча с Альфа-Цефом. Вы сами все видели, как он... Пророк, осторожнее. Судя по записям Сел, рядом с тобой есть Цеф, носитель разума. Ты чувствителен к внеземному влиянию. Тебе лучше отойти подальше. Никак нет. У Цефов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. Так, у нас новое какое-то оружие опять подобрали. Это ствол, снайперская винтовка. Тут куча разных дополнений. Подствольный гранатомет, я вижу, у него есть. Боеприпасы у нас обычные. Прорыв, это башня 436. И дульный тормоз я, наверное, выберу. Силы цепом направляются к нам. Башня 436, это наземная часть Тета-2. Мы укрепляем оборону. Тета-1, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. Я насчитал 8. Поправка, 10 частей. Не хочет он запрыгивать наверх еще раз. Нет, придется бежать, что ж, напролом. Вон туда. Не очень хотелось бы вообще сюда прыгать, в это болото. Включим нановизор, посмотрим. 436, у нас тут серьезные проблемы! Сломите им, пока они не сели нам на голову! Здесь, я думаю, что относительно все спокойно. Защита башни снижена на 60%! Потери уже исчисляются сотнями! Что происходит? Что происходит? Вас уничтожает инопланетное существо. Посмотрите, какой шлейф идет вон там, с неба. Это потрясающе. Уважаемые зрители, на этом мы закончим эту часть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто такие идут? Смотрите, смотрите. Это, кстати, похоже, цефы. Да-да-да-да-да. В общем, дела у нас будут с цефами сейчас. На этом мы закончим. С вами был Никита Коньков, канал НК. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Надеюсь, что вам понравилось. И, конечно же... Конечно же, комментируйте. Попробуем сейчас мы это сделаем. Так вот. Только посмотрите, а. Да, слабовато как-то эта винтовочка. Всем пока, до встречи в следующей серии.